Да, я меняю настройки графика каждую секунду, поэтому там все поменялось очень сильно. Держи. Каждую игру одни и те же челы, ну нахуй. Я даже не брал героя, он просто сам съебался, взял Пуджана 4 и все. Ему просто похуй. Я иду в Мидсимбера, да? Ебать, понятно. Да, конечно, покажу. Еще показать? Или ты справился с кнопкой скриншота F12? Или принтскрин, если у тебя скриншотер есть? Ну, думаю, хватило 10 секунд на данную операцию. Не благодарю. Спасибо, пупс. Не за что, солнышко. Не за что. Скажи еще раз. Ну, еще раз не буду показывать. ВП. Хорош на пудже. Еще и 2 баунти. 3 баунти. Невероятно. У меня в прошлых 2 играх 0 баунти, по-моему, было за 2 игры. Это уже перспективно. Как я не добил? Что? Там рейндж пофиксили на панга на первом. Почему я не смог сейчас нажать первый? Ебать, тут просто ноль рейнджа. Охуеть. Посмотрите на эту хуйню. Давненько я на коте не играл, конечно. Но ничего. Я не думаю, что это вызовет какие-то проблемы серьезные. Герои не прям сложные. Что с крипом? Охуеть. Ну я не понимаю, блядь, что с крипами, они агрятся на меня. Ну как топ на меня порчу навел, блядь, на меня даже крипы в игре не реагируют компьютерные. Ну что за хуйня? Я не понимаю, что происходит, ребят. Он сам себе линию сломал. Надо было по-другому все сделать. Все было бы у него хорошо. Как относишься к мемам про Сигму? Про Сигму. Не знаю, у меня вообще. Это Сигма, Альфа, вот эти деления какие-то ебаные, это все для детишек, мне кажется. Опять Сигмы. Ой, бля, ладно, я понял. Пришла весна и на связи Башкир. Вы чувствуете этот запах? Запах перемен в воздухе? Разумеется, чувствуете. Так пахнет новое весеннее обновление у эпиков. Новая бесплатная мини-игра Hook Race. Это PvP режим, где играя за пуджа нужно ваншотнуть ЦМ-ку, а играя за ЦМ-ку нужно не сопротивляться и дать дяде Руджу выиграть. Но если совести нет совсем, то можно, конечно, и подрыгаться, и выжить. Победитель получает награды, а победы сохраняются, чтобы ты мог получить большой кайфовый сундук. Играть бесплатно можно каждый час. И я знаю, что ты ждешь информацию про новый боевой пропуск. Разумеется, он тоже есть. Каждые 15 левелов аркана, а на 60-м аркана на скелетон кинга или дека хук, чтобы катать цемок. Боевой пропуск стоит 300 рублей, но если перейдешь по ссылке снизу, то он достанется тебе совершенно бесплатно. Ссылка в закрепе, а вместе с ней промокод на 15% и бонусную попытку в мини-игре. Чё, под шестого можно раскатать, у него нет ресов. Можно его за баунти отправить до меня с пламя. В принципе, мне не хочется ему вообще пачку давать. У меня не будет скрипа этого шестого, к сожалению. По-моему, не будет. Да, не будет, не будет. Малыш выходит под рунку без ресурсов. Что такое? Что такое? А у меня нет баунти, но сейчас будет активка через 15. Шаман, стрифанешься под активку? Ладно, я трай на топе забрать. Ну и он хукнуть вообще должен на ХГ моё. Да блять. Но он же мог все четко сделать, на самом деле. На пудже я бы сейчас с ДД вообще кайфовал, но теперь у меня нет резв. Нужно будет баунти брать. Мне нравится, что Тинкер, блядь, не умирает. Продолжай. Че, на пудже тэп мид давани? Что, он думает, там экспа до сих пор есть? А, она реально есть. Им всем вообще похуй, на шамане забрал. У нас 2 экспы, это, кстати, очень перспективно. Чем на кемпейсе качать, блин, без как к этому лайну? Второй парень у него качан? Не, не знаю, он ни разу его не нажимал, может, Начни, качан. начни, начни. И сейчас я ловлю Аркейн Руну в боте. Очевидную. Реген. Отлично. Ебать, легенда. Только помочь нечем. Он просто улетел. Охуеть. Уже на месте на тинкере. Братишка. Ой-ой-ой, блядь. Этот хук вообще предназначался Тине. Но Тине задоджил, чтобы умер тинкер. Вот так вот, ребят, эгоисты. Это пиздец просто. Что он делает на Эльбе? Хук. А, не достал. Интергеймит.
А, там стаки? Да там стаки крошечные, на самом деле. Надо просто под хук играть, и все. Где мой шаман? Шаман, подходи к нам под хук. Что у него, блин, на тинкере? Откуда, блин? Куда у него может быть блинк? Он же вообще нищий. Я покажу. А почему мне нажалась кнопка? Я умру сейчас, да, за это. А, я знал, что он под меня. Блядь, не дефлюс, не дойдет. У него блинк может быть, охуеть. Реально в кредит наебался. А, так у него вообще нихуя нет. Ни соуринга, ничего. Very strong и дефлюс. У них пока ничего нет. И Луни негде фармить, кстати. Ну как, вообще есть, если она будет лес идет качать, но она просто идет драться, зачем? Уита стоит. Я вам блинк собью с первым. А, не смогу. И на ПЖ, просто что он творит? Ебать, да что он творит? Просто посмотрите на эту хуйню, бля, легенда. Каждый хук попадает, каждый. Мисрейт 0 у человека. А имбот встроенный в мозг, я не знаю. Ебать ты творишь, блядь, на винге. И на шамане, кстати, тоже. Этот ноувижн идет, у них здесь нихуя нет, просто дохнуть. Так, что я хочу купить? Как будто здесь башер мега охуенный какой-то. Ладно, это после агана все. Давай, мид подбегу. Не бегу, мид. Какая твоя любимая пицца? А, пицца-пирог, конечно, и с ананасами тоже люблю. Вот. Я надеюсь, в эту хуйню никто не поверил. Какая пицца-пирог и ананас, это худшее вообще, что может быть. Да не знаю, я не фанат пиццы, не фанат мучного, если честно. Рис или гречка. Ну, такой casual гарнир с говядиной или с индейкой. Намного лучше любой пиццы для меня. Потому что ты поешь и не хочешь умереть после этого. Потому что когда ты ешь пиццу, потом пиздец. Загруженный. Пицца-пирог. Да я, блядь, один раз, короче. Один раз я захожу, и у меня... Это в Додо было или где? Лет 10 назад, нахуй. И у меня баллы накопились. Я думаю, пицца-пирог. Это что такое вообще? Я возьму-ка, пожалуй, бесплатно. Но я охуел. Я даже кусочек не доел, если честно, один. Я тени убил. Переход... Не. Уже я не перехвалил. Он только сделал в early game. Я 12 не бегаю. О, сыночек. Пиздец, фрик. Как ему такие крипы разбили? Острел у него было хп 500, я ваншотаю. А там два крипа всего лишь было. Парни, я не могу туда законнектить. Это что? Платное пожертвование, так называемый донейшн? Я не верю. Я не верю в происходящее. Гречка, пирог, санат. Не, ник охуенный. Ой, бля, он реально вышел на синкере, на линию. Ааа, не дотянулся. Райн топ. На самом деле, они просто морфа идут убиваться. Ебать, он сам себя зажал змейками, как? Оп, как он это сделал? Маркан, аркан, аркан. Ебать, он реально попал, что? Ёбнутый. Нет, я умру вот так вот. Сука. Все нафизили нахуй. Он опять нашел даггера. Финкера в этот раз. О, ебать, хуйня файт. Он еще и отпустил тени. У него ТП миллион лет был. Как не сбил, блядь. БКБ, нихуя себе. Он не нажал его. БКБ подлетело, да? Напали там на ДБ.
Мы можем по бот рекорсить, как будто нет. Добил. Блять. Ну, кстати, перебивает. Помогите, ребят. Чем у тебя здесь голову? Стой, о, рядом со мной. Мне хуёво. Ну, я гений. Стрелу на парню. Башек? Ой-ой-ой. Я в ахуе с него, он с щитами ебашит просто всю игру, вот хукает чуваков. Тинкер в топе. Так на пуджа соло ебать тинкера есть еще просто. Почти. А, там нормально. Да, все, там они еще не могут. Вообще никакой. Вы заметили, что сейчас каждая мем либо выигрывается с нулевой, либо проигрывается? Равных игр просто нету. Либо их так мало, что пиздец. Тарил был, да. Жестко. Да, только не морф. Пожалуйста, помогите ему, блять, убейте ДБ. Ебать, они бегут просто. Полно без БКБ. Ебать, он опять его ловит. Я бегу, братик, я бегу. Все равно за тинкере просто чел. Нет, он на пужаге не забей. Так я на тинкере 4 раза мне сдох. Ну, он мне тоже 1x1 умер на третьем уровне. Бывает. В жизни огорчение. Где Тима, сука, рядом? Что, Тима-то подойдет на? Да я вообще в ахуе, где команда. Ладно, выйдем. На БКВ бы покнуть, я сейчас... Понял. Нажижал БКВ. Понял. Опять пачка скипа и за***. И маны нет. Взял. Бем дагер. Нет маны. Есть ботл? Поботлить мне. Да сука! Да, ща будет. 18-3-16-0. Мне нормально сапы отработали в кат. Ноль баш, что? 6000 было. 25%. Одна из четырех должна почти 100% раз выпадать. Как из 6 это не упало? Ну, под башу. Ой, ребят, проиграли, походу. Да сука, я ебал. Да блять. Права купил. Добейте сторону нахуй. Я чё думал на самом деле, что тебя зачем нет. Да там хекс. Чё, да, парни, там трое нужно добить как-то, нет? Сторону. Смотрите, мне сняло 21-23. И за победами ещё больше. Вот просто я уверен в этом. Мне сняло 21-23. Смотрим. Что? Красавчики все, давайте делать. Бля, сколько было, я забыл. 29 было. Ну вот, о чем я и говорил. Дает всегда больше, чем отнимает. Поэтому сейчас у всех, у любого долбоба 11 тысяч есть. Не знаю. Ну, а все загнул, но очень много людей не заслуженными. Это девятку какую-то условно. И так далее.